Вітаю, в ефірі програма «Ваш консультант». І сьогодні ми поговоримо про те, як правильно подати документи для отримання матеріальної допомоги від держави або міста. І сьогодні у нас у студії Людмила Мальченко, головний державний соціальний інспектор управління праці та соціального захисту населення. Людмила Костянтинівна, розкажіть, будь ласка, власне, хто такий державний соціальний інспектор і що входить у ваші обов'язки та кого інспектують? Добрый вечер всем южницам и слушателям нашей программы. Значит, деятельность социальных инспекторов осуществляется в соответствии с положением о социальном инспекторе, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 21.08.2001 года, номер, если я не вспомню, 1091. Значит, согласно указанному положению, социальный инспектор занимается в основном проверками предоставленных документов на назначение всех видов пособий. Значит, в проверку входит в основном правильность назначения всех видов пособия, полнота и достоверность информации о доходах и имущественном положении лиц, которые входят в состав семьи, обращающейся за назначением всех видов государственных социальных пособий. Значит, также социальный инспектор проводит выборочные проверки личных дел получателей государственных социальных помощи по решению начальника управления труда и социальной защиты населения. Значит, составляет акты по итогам проведенной проверки с выводами о правильности назначения государственной социальной помощи. Также в обязанности социального инспектора входит проверка достоверности информации, предоставляемой при обращении граждан за назначением всех видов социальных пособий, а именно – вот человек, предположим, заполняет декларацию и указывает, что у него совершенно отсутствуют доходы. Угу. Это как бы ненормально. Угу. То есть человек должен каждый день что-то кушать, да, оплачивать те же коммунальные услуги, что-то покупать. То есть не может быть, чтобы у человека были только расходы и при этом не было доходов. Значит, это уже вызывает сомнения, и это проверяется. Как это проверяется? Значит, ну, в первую очередь, беседуем с заявителем, может быть, даже при необходимости и с членами его семьи. Это может быть беседа в управлении труда, может быть, беседа с выходом по его месту жительства. Делаются запросы. Запросы в первую очередь делаются в налоговую инспекцию. Значит, если это пособие, субсидия на оплату коммунальных услуг, значит, нашей программой предусмотрено делать запрос непосредственно в электронном виде на Киев, и оттуда получаем мы ответ, то есть уже минуя нашу здесь местную налоговую инспекцию. Если же это другие виды пособия, то, к сожалению, мы пока еще работаем с налоговой инспекцией, делаем также туда запросы в электронном виде, получаем ответы, и там уже видно, если человек официально работал за тот период, который нас интересует при назначении пособия, то там будет видно, что какие-то доходы у него были, и он их либо забыл указать, либо там еще какие-то проблемы. Вот. Значит, когда мы определили, у человека есть неполная информация о доходах, мы считаем переплату, то есть переплата будет по-любому в этом случае. Мы считаем переплату, приглашаем опять же заявителя, проводим с ним беседу и решаем вопрос о возврате этой переплаты. Значит, деньги государственные, естественно, что социальный инспектор и призван для того, чтобы контролировать все эти денежные средства, чтобы они шли строго по назначению и все виды пособий назначались в соответствии с законодательством. Поэтому переплата должна быть возвращена в государственный бюджет однозначно. Если человек не дает согласия на добровольный возврат переплаты, вопрос переносится уже в судебную инстанцию, да, и там уже решается в судебном порядке. Также социальный инспектор призван и разъяснить людям вот все возможные варианты получения того или иного пособия, выяснить имущественное состояние семьи, если семья действительно оказалась, ну, в каких-то таких тяжелых материальных условиях, то социальный инспектор и призван, чтобы ему
всевозможно оказать помощь, чтобы он имел возможность даже при наличии, например, долгов по оплате за коммунальные услуги, все-таки назначить субсидию. И если, предположим, в семье есть какие-то, ну, как бы проблемы, что он не может вот обратиться за назначением субсидии и на законных основаниях получить эту субсидию, значит, есть ряд вопросов, которые решаются комиссионно. Человек тоже имеет право обратиться через комиссию за назначением субсидии. Ну, там целое положение об этой комиссии разработано, и много вопросов входит. А кого саме ви перевіряєте? Ось які це категорії? Чи це усі люди, які звертаються до управління за матеріальною допомогою? Значить, согласно моєго положення у соціальному інспекторі, у мене проводяться виборочні перевірки. Тобто, ну, фізично я не можу перевірити всі 100% всіх получателів всіх видів пособій, тому я, значить, по субсидіям зараз у мене взагалі как бы, вопросов нет. Я делаю запрос в налоговую, и налоговая мне выбивает всех получателей, но выбивает именно тех, у кого выявлены дополнительные доходы. И тогда уже конкретно этих людей я проверяю. Ну а по таким пособиям, как вот сейчас и «Мама одинокая», и временное пособие детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, и социальные услуги – то есть многие виды пособий назначаются именно с учетом доходов, среднемесячного дохода семьи. И вот тут эти пособия я выборочно проверяю, потому что там у меня как бы нет такого критерия, что я сделала запрос, да, и мне уже конкретно программа выбивает проблемные дела, где выявлены дополнительные доходы, их уже надо проверять. Тут просто вот от 100%, ну, стараюсь, конечно, как можно больше охватить. Ну, проверяю виборочно. Яка робота була зроблена у 2016 році? Якісь перевірки, чи, можливо, виявлені якісь факти порушень чи неправильно заповнених документів? Ну, значить, в течение 2016 року мною, як соціальним інспектором, було проведено 760 перевірок, це іменно на повноту и достоверность информации о доходах граждан. Выявлено было 16 случаев неполной, ну, в основном неполной информации, потому что люди, вот даже взять конкретно наших южнинцев, многие пенсионеры получают доплаты портзавод. Причем эти доплаты это не разовые, это систематические выплаты, там ежеквартальные, ежемесячные, это их доход считается. Но при оформлении декларации на назначение субсидий многие из них почему-то указывают одну пенсию. Значит, в основном вот такие нарушения, что неполная информация. Также и предприятия, выдавая справки, вот сейчас же в связи с изменениями в законодательстве о назначении субсидии, если раньше выдавали доходы, все, что начислено, то теперь за минусом только подоходного налога. То есть там еще есть единый социальный внесок, есть профсоюзный, есть военный сбор. Все это считается доход гражданина, и только минусуется подоходный налог. Но многие предприятия ошибочно не только подоходный налог вычитают, но и эти выплаты. И, естественно, уже получается доход занижен. Вот, значит, в прошлом году было выявлено 16 таких случаев неполной неточной информации, и начислено было к возврату в государственный бюджет около 122 тысяч. То есть хочу сказать, что сейчас очень, ну, не нужно, нежелательно скрывать доходы, потому что по субсидиям оно точно вот 100% выявим нарушителей, потому что программа, и в программе четко указывается, вот такие-то доходы были за такой-то период, и тут уже. Поэтому, если человек чего-то не знает, не понимает, лучше, мне кажется, лишний раз спросить. Когда человек обращается за назначением того или иного пособия, он работает со специалистом, и специалист его консультирует. Если что-то человек вот не знает, затрудняется, лучше спросить его
проконсультируют, ему объяснят, и тогда не будет этих переплат, не будет этих неприятных моментов. А як саме правильно заповнити ці документи? Як, ну, людина може робити це свідомо, ну, приховувати якісь доходи, а може робити це несвідомо, коли вона дійсно не розуміє, що це може бути там якась графа може бути доходом. Діло в тому, що зараз настільки вже упростили механізм обращення за назначенням всіх видів пособій, що там вже і заповнять-то практично нечого. От заявление с одной стороны, с другой стороны декларация, не взяла с собой, правда, на образец. И там второй раздел – это все виды дохода, всех зарегистрированных в жилом помещении. Поэтому вот человек обращается за субсидией, допустим, в 2017 году, он должен показать свои доходы за весь 2016 год. Если он пенсионер, у пенсионера сейчас немножко по-другому. Он должен, если он не работающий пенсионер, он показывает только один месяц на момент обращения свою пенсию и указывает, что никаких других доходов не получал. Но тут быть внимательным, если это заводской пенсионер, портовской пенсионер, если он именно в этот месяц все-таки какие-то выплаты получил, не забыть это указать, потому что это важно. Потом, получается, человек уже щось приховав, чи там свідомо, не свідомо, це вже такий вопрос. Ну і все, і там всі дані паспортні о собі, о членах своєї сім'ї. І от цей період, я ж говорю, якщо раніше там було за 6 місяців, зараз все просто. В цьому році обращаєшся, на рік тобі субсидія назначається, за рік перед цим ти повинен показати свої доходи. Все. Ну і, зрозуміло, там ще одна графа залишилась – це покупка на 50 тысяч и более одним чеком. Это или там оплата чего-то кого-то, или там покупка каких-то там стройматериалов, или там может квартира, может машина. Вот это важно при назначении субсидии. Такой еще момент. Если человек, допустим, даже и сделал эту покупку или что-то оплатил, он имеет право обратиться за назначением субсидии, но уже не на общих основаниях, а через комиссию. Комиссия, значит, на основании, опять-таки, акта обстежения, который делает социальный инспектор, или же, нет, в данном случае только акт социального инспектора. Значит, он идет в семью, общается с заявителем, с членами его семьи. И если видно, что вот люди, да, купили квартиру, и у них там и ремонт в соответствии какой-то косметический, и обстановка такая среднестатическая, то понятно, что комиссия в основном идет навстречу и таким семьям помогает, потому что, я же говорю, сейчас очень, очень высокие коммунальные услуги, и семьям, особенно молодым, трудно с этим справиться. Вот какие вопросы имеет право рассматривать комиссия? Значит, вот, допустим, живут два пенсионера, и прописаны они вдвоем. И у них, допустим, ну все бывает, вот четырехкомнатная квартира. И продавать ее сегодня, и оплатить. А субсидия назначается на социальную норму. То есть там есть установлена норма на воду, на электроэнергию, на жилую площадь. То есть все-все-все. А у них излишняя, значит, эту излишнюю они обязаны оплачивать сами и 100%. В этом случае они имеют право, но я же говорю, при условии, если они пенсионеры и не работающие, они имеют право обратиться на комиссию и попросить назначение субсидии на общую площадь, то есть независимо от социальной, на всю. Потом вот сейчас очень много таких обращений граждан, когда, опять же, это жизнь. Вот был момент, были все прописаны, потом семьи разрастаются, уже тесно жить, значит, понятно, они как-то расходятся там куда-то на съемное жилье, еще там какие-то варианты, но остались они прописаны здесь. Значит, такая семья имеет право обратиться тоже за назначением субсидии через комиссию на фактически проживающих. То есть независимо от того, сколько человек зарегистрировано, но в этом случае, конечно, должны быть какие-то подтверждающие документы, как бы желательно и лучше. Тогда комиссия, рассматривая и входя в ситуацию данной семьи, идет навстречу и такой семье назначается. Какие документы? Может, человек где-то работает, в командировке, может, он снимает жилье, у него есть договор аренды, может, ну, какие-то справки, если совсем ничего, тогда акт о фактическом проживании, этот акт составляется либо ЖЭКом, либо сейчас у нас вот пошли ОСМД, да. Если нет вариантов
ни в ЖЭКе, ни в СМД, ну мало ли какие ситуации, имеет право также составлять социальный инспектор управления труда. Он выходит в эту семью с актом, составляет, излагает все вот эти моменты, и он тоже принимается как подтверждающий документ при рассмотрении комиссии этих вопросов. Следующий вопрос. Допустим, вот тоже семья живет, и у них разделены счета лицевые. В этом случае назначается субсидия на разделенные счета, но только, вот подчеркиваю, на разделенные. Что это значит? В основном это предусмотрено для частных домов, когда дом построен на два хозяина, когда там есть два счетчика на свет, там на ту же воду, может быть. У нас в квартирах просто невозможно. Труба одна, счетчик один. Поэтому в основном здесь может назначаться субсидия на отопление, потому что счетчиков нет, и на квартплату. У нас в місті є гуртожитки. Чи мають право мешканці гуртожитку звертатись? На койко місто, да, обращаются. У нас є люди-получатели, там как бы никаких проблем нет. Потом какой еще вопрос выносится тоже на комиссию. Ну, если раньше было, человек не работает, он не имеет права обращаться за назначением субсидии. Сейчас уже произошли изменения в законодательстве. Теперь просто такому человеку учитывается два прожиточных минимума. То есть не работает, ну мало ли какие у него там... Может, он работает, но неофициально. Хотя хочу подчеркнуть, в данном случае, если человек работает и неофициально, и получает меньше вот этих двух прожиточных минимумов, он в декларации имеет право указать работу без оформления трудовых отношений и указать свой доход. Ну, единственное, что еще хочу подчеркнуть, что человек сам несет ответственность за то, что он заполняет. То есть если эта информация в итоге проверится и каким-то образом установится, что он обманывает, то это все равно будет опять же переплата и опять та же процедура. Но если он действительно работает, вот многие же работодатели не оформляют официально, человек работает и может и не получает даже тех двух прожиточных, то ему выгоднее показать то, что он действительно зарабатывает. Ну, потом еще человек имеет право обратиться, если это семья, допустим, я уже говорила, да, за 12 месяцев перед обращением сделала какую-то покупку, там больше, чем на 50 тысяч, имеет право обращаться. Потом, если, допустим, это дом семейного типа или там приемная семья, допустим, детки, если в семье больше трех детей, и если детки проживают без прописки, ну, примерно около года, то эта семья тоже будет иметь право на назначение субсидии с учетом фактически проживающих деток, те, которые были не прописаны. Вот если, допустим, вот даже это, кстати, касается наших переселенцев. Человек снимает жилье, он тоже имеет право обратиться за назначением субсидии, но при условии, если у него будет договор аренды на это жилье. Значит, этот договор, чтобы понятно было, особенно владельцам квартиры, он абсолютно нигде не регистрируется, ни в налоговой, ни там у нотариуса, и оформляется и заключается он только между владельцем квартиры и тем человеком, который арендует это жилье. Такие моменты очень важные. Там должно быть прописано, что человек оплачивает коммунальные услуги, а именно отопление, там, вода, электроэнергия, газ. То есть вот на какие коммунальные он оплачивает, на то ему и будет назначаться субсидия. Договор это должен быть тоже заключен на срок определенный. И конкретно указано, кто там будет проживать. Вот там 3 человека, 4 и перечислить. Значит, с этим договором он идет по всем коммунальным службам, это вода, свет, и как бы по своему заявлению вносит фактическое количество проживающих людей, которые пользуются этими коммунальными услугами. Если предприятие ему начисляют на это количество коммунальной услуги, при этом условии он имеет право обращаться на субсидию через комиссию, и такая субсидии ему, ну, в основном назначают, идут навстречу, особенно переселенцам. И еще хочу заметить, что то пособие, какое они получают именно на проживание, в том числе и на оплату коммунальных услуг, оно абсолютно нигде не учитывается в их доход. Людмила Костянтинівна, дякую, що були сьогодні з нами та роз'яснили, а можливо, тепер серед декларацій южненців поменше помилок. Це була програма «Ваш консультант». На все добре.